В Узбекистане продолжается подсчет голосов на досрочных президентских выборах. Число проголосовавших граждан еще в 11 дня по местному времени превысило необходимый рубеж в 33%. Поэтому политическая кампания была официально объявлена состоявшейся. Основные результаты объявят в понедельник. Напомню, что помимо действующего президента, в списке кандидатов два партийных лидера и бывший председатель Верховного суда. Согласно новым поправкам в Конституции Узбекистана, победивший кандидат будет управлять страной 7 лет вместо 5. Соответствующие изменения поддержали, по официальным данным, 90% населения на референдуме, прошедшем весной этого года. К большому удовлетворению и наблюдателей, я думаю, для организаторов выборов никаких замечаний по процессу голосования нет, нарушений тоже нет. Люди находят себя в списках. Этому помогла вот эта электронная система и составление списков, единого списка электронного избирателей. Все идет очень четко, организованно, это не может не радовать.